как Кларенс Браун на фестивале в Монтрео. Он проиграл две трети произведения, там серьезно, оркестр стоит сзади. И только потом его Сантана дергает за рукав, это великий Кларенс Браун. Оказывается, там медведь на ушах сидит. Счет рождения. Он просто не понял, что они играли в ля, а он играл в си бемоле. Он не туда, он дурил, задвинулся. И все это засняли, он главный в си бемоле там накручивает, а Сантана уже глаза на лоб вылезли, у него пот течет, он этот отворачивается, да стыдно, а тот там наяривает. Сантана сам мажет. Да, и потом только он ему привел в порядок, сдвинул, он уже трогается, и кто говорит, да, теперь говорит в точку.